Спасибо. Мы были дальше, за углом. Ну как? Ну, взяли мы 5 судаков, щуку взяли. Окуней много очень, прям попутал, задолбали. Молодцы. Там вот за поворотом, да, это, за баркой. Много на воде подписчиков, наверное, процентов 90 реально. Ребят, которые смотрят, все здороваются, очень приятно. Все передают привет. Так. Ты посмотри. Вот еще один следующий. На ямке ловим где-то в районе 8-9 метров. Бандос дотягивается неплохо. На размотке 50-60 метров. Единственное, что не очень удобно, это долго выматывать. На 60 метров отпускаем. И 8,5 метров на 0,18 плетне. Бандос уходит. Ок, отлично. От души, прям от всей, всем рекомендую. Трофеем пока еще не проверено. А, как не проверено? В районе трешки судака мы брали. Ну, имеется в виду по саму, там, таким.
Одень вот этот, который я вчера вечером ловил. Нет, 37 там, 36. Да по нему так видно, он худенький, дохленький. Такие, которые за 40, они прям такие упитанные. А эти дрищары. Настояла там. Спускается, походу, ниже. Сейчас светлокастый пойдет за ней, блин, будет печально. Вчера, кстати, не было бели. Без бели поклевывал здесь. Отлично. Так, начинаем где-то с 7 с лишним, потом 7,9, 8, 7,5. И здесь уже сейчас будет 8 с лишним, 8,6, 8,7, даже в местах будет 9 метров. Ну, там совсем маленькая яма. Мудр 100% на дне. 100%, даже видно, вот покончика, даже его чувствую в руку, это дно. Вот поклевка была. Девять метров, 8,5, 8,1. Раньше ловили, вообще отпускали на 210 футов по счетчику. Сходов просто много, выматываешь, тут далеко. А так эффективность даже в разы лучше. Там плавнее играет, что ли, да. Дальность большая, бетенка парусит. Вот 8 с лишним, 8,7, почти под 9 метров. Я бандос загоняю. Там маленький приямок 9 метров. Вот он, 9 метров. Не знаю, здесь касается или нет. Но 8,5 железно. Но мне кажется, даже на 9 фигаривает. При распуске где-то 60, там, ну, 70 метров. Вот так. 50 до 8. До 8 там и 2. Идет мягенько по дну. Хороший. Вот это чемпионский размерчик, а?
Вот это щелчок. Наверное, долгожданный. Нет. Зачем ты наверх? Да щелчок прям был, ё-моё. Неужели лопаты ему впендюрил, блин? Да нет, щелчок был, блин. Слушай, мы тут трещит, блин, в катушке. Наверх. Нет. Не надо. Что у меня тут трещит, блин? Да, это точно не трофей. Что же там? Багр винтом идет, блин. Плохая примета, винтом идет. Да, он ему потом в бошку засандалил. Поэтому так. Ух, самяра. Эх, кайф. Ух. Так, возможно, что-нибудь. Слышь, живец. Щелкнуло. Прям щелк был, прям щелк. Так, ну это вроде бы упитанный уже. Иди сюда. Ты камеру вытащи. Сейчас, подожди. Блин, слушай, упитанный, да, это не воспитанный. Ну чего, Серег? У нас три, да? У нас три? Четыре. А вы на бандосы, что ли? Лёх? Да. А сколько отпускаете? 70. 70? А? 70. А по катушке сколько попаем? 100. 210. Сколько? 210? Так, подожди. Нет, какая-то байда. Я хорошо, что увидел, блин. Так обрывы бывают, блин. Погнали. Вот стоит. Сейчас может быть небольшое затишье до 7, наверное. Есть.
Давай, здесь на подсвечник какой-то пригодится. Плавает. Не, там, наверное. Не, там нету. Там нету. Вот еще битое стекло тоже надо достать. Маленьком нету. Здесь не должно быть других патроны. Что там? Застежки у этих коров слабоваты. Нет, там далеко не должен быть. Красный тройник, смотри. А за... Смотри, видел. Все, понял. Нет, здесь тоже нету. А куда же против не делаешь? Бля, бред какой-то. А мы... Вон, она упала, блядь, внизу шоколадная. Ну, да. Есть. Сошел. Берет засранец за кончик. Тут подсачник свалится. Тут по дороге отвалится. Я сегодня подыгрываю. Я вот обратил внимание раньше, когда, допустим, когда ты не подыгрывал. Просто ровно держал, а я подыгрывал, результат был, ну, или такой же, или даже, может быть, хуже. А вот сегодня я подыгрываю, а ты особо, ну, ты если подыгрываешь, ты как-то по-другому. Может быть, из-за этого. Есть.
Новогодний тампокс, новогодний тампокс. Что-то мне тут захрустело. Тормозашь посмотри. Ну, идет наверх. Да, дальний отпуск, это, конечно, либо выматывает. И пондрин. Километр. Ну, ты где? Пар. Вот такой утренний судачок. В этот раз новогодний тампокс. Выматывать, конечно, с дальним отпуском задолбаешься. Подсак не нужен. Мелочь. Никак он тихо не хочет уходить. Из шлюпки. Сейчас 7 часов будет, наверное, опять будет выход. 6:53. Есть. Блин, что-то тяжелое. Тоже есть? А ты чего? У меня что-то тяжелое. Давай, подсак понадобится. Ну что, подтаскиваешь? Да, где-то рядом. Давай, наверное, на эту сторону что? Ну, он у тебя на этой же стороне. Ну, я говорю, давай на эту сторону. Блин, неужели? Багр опять. Винтом опять сидит. Да ё-мазай, блин. Все. Отбой, пап. Сейчас подожди, пока не выматывает. Сейчас я выготовлю. Слушай, ну жирненький такой. Ну не багер, он его прижимал, блин, походу. За серединку. В серединку толпанул.
Есть. Давай тампокс попробуй. Давай новогодний тампокс попробуй. В рыбалке еще и карма рулит. Сбил ты ее. Надо молоком умыться. Парадоксально, конечно. Ноль. Ну это точно не магра, но или такой же, или потяжелее. Ну, давай, подстрахуй. А что ему надо? И то. И это, блядь. Ну это, по-моему, самый крупный. Такой очередной утренний красавчик. Так, ну что, друзья, это очередное утро, что у нас сегодня, 29-е, что ли, я уже запутался, 30-е, 29-е, 29-е число, 29 июня, мы на Ахтубе, база Углянская, ловим троллингом, бандосом, но бандосами мы ловим не как обычно, будут там на 5-6 метрах, а бандосами мы ловим от 7 до 9 метров. Сейчас многие скажут, как ты загоняешь, ловишь пол воды. Нет, друзья мои, рыба заглубляется, и заглубляется с 0,18 плетенкой до, получается, даже 9 метров. Но есть одно но. Отпуск очень длинный, то есть до 70 метров. 65-60, ну от 60 до 70 метров. Вот. По кончику идеально все видно, слышно. Поэтому выбор на дне. Каждую коряшку чувствуешь, все чувствуешь. Вот. То есть это, по сути, рекорд заглубления воблера. Единственное, наверное, плетенка должна быть, ну, они разные бывают, 0,18, там, как бы, аппаратный по диаметру. То есть не то, что 0,18, все одинаковые, нет. И потолще, какие-то потоньше. Вот у меня суфикс стоит, заглубляется отлично. У отца стоит 0,18 Герман, тоже заглубляется нормально. Не знаю, там какой-то еще один не держал, там до 9 он заглубляется или нет. У меня похоже так, там же здесь есть большие приямки 9-метровые. Я точно не знаю, до 9 он прям уходит или нет, может, мимо проходит. Но везде, грубо здесь, где есть, допустим, 8,5, он 100% цепляется. То есть начиная от 7,5 метров, я его веду, и по 8, по 8,5, там 8,7, 8,8. Он 100% цепляется. Дно здесь, я не могу идти, допустим, здесь по какому-то перекату, по какому-то свалу. Здесь дно ровное, но с такими вот как бы ямками. И я их прохожу вот так. Поэтому это 100% уже на дне. Пробуйте, я думаю, что у вас тоже получится. Отлично ловится. Единственное, опять же, но. Всегда есть какое-то но. Вот. При дальнем отпуске очень долго выматывается, и вероятность лова увеличивается. Вот. Но эффективность именно улов, она довольно-таки велика. Реально, при дальнем отпуске, возможно, воблер играет более плавно. Ну, моя такая теория. То есть, чем дальше отпускаем, тем воблер более плавно играет. Вот. Значит, клюет намного лучше, чем порой на коротке. Но, опять же, не всегда. И чтобы заглубить воблер подальше, мы его отпускаем от 50 и вот, ну, до 70 метров. Продолжаем ловить. Сейчас я отцу отдал битое стекло, новогодний такой редхэд. Вот. Сейчас поставлю что-нибудь другое.
новогодний тампокс. Ну, он всегда работает, он блестит, особенно когда солнце встает. Мне битые стекла, он на солнце нравится как работает. Не очень тяжело? Подсак не нужен? Фига не нужен, блин. Стой, стой, не надо так! Аккуратно сейчас. Вот, все, поймался, все. Есть. Взял. Да, не крупный. Ну что, друзья, вот такой вот свет сегодня вообще в лидерах, ловит отлично. Что там? Поднимем, посмотрим. Раз свалился, блин. Сидят цеплей. Так. Сорок пять. Пойман на тампокс.
нормальная мелочь такая. Пузатая мелочь. Хорошенький такой попался. Дай-ка мне намат сюда. Сорок пять сантиметров стандартный, как вот предыдущий был. Опа. Там пак сня рулит. Итак, ребятушки, мы продолжаем ловить судака на глубине. Под нами сейчас 8,4 метра бандосами. Так, ну и напоследок на трон что-то попалось. Прижим. А, нет, не пойдет. 37. С натяжкой 38. Давай там. Ну что, друзья, вот мы и вернулись с рыбалки. Ловил я сегодня бандосами на глубине от 7 до 9 метров на длинном отпуске. Палочка у меня была на тест, дана Nautilus Monster Pike. 2 метра до 150 грамм, 100-150 грамм. Что я могу сказать? Палка вообще просто идеальнейшая. Реально идеальнейшая, просто идеальная палка. Чуйка превосходная, палка легкая, ручка удобная. Длина, ну, кому-то покажется коротковато, но в принципе вполне нормальная. То есть вот я и половил пока одну рыбалку, и если честно, хочется продолжать ловить. Наверное, посмотрю, может быть, еще, ну, до конца поездки я и буду ловить, или еще, скажем так, несколько рыбалок покатаю, потом, может быть, какую-нибудь еще потестирую. До этого ловил на Акуму Guide Select Big, как он там, Big Bait. Вот палка тоже очень интересная, до 190 грамм в размере, по-моему, 240 она. Вот, но вот эта палка, это, ну, если брать из бюджета до 5000 рублей, то это просто идеалище. Вот. Она, ну, по сути, ничем даже не уступает дорогим палкам за 10-15 тысяч рублей. Реально, палочка очень достойная. Огонь палка. Рекомендую от души. Сегодня мы поймали где-то порядка, наверное, 15 килограмм судака. Что-то было отпущено, что-то мы забрали, конечно, покушать домой. Вот. Рыбалка мы в целом довольны. Катушку я использовал от компании Акума, Комода СС 300-й серии. Также катушечку рекомендую, отличная, но она не дешевая. А до этого я ловил на катушечку, тоже от компании Акума. Значит, она стоит у меня в комплекте с Guide Select. Это была Citrix, тоже 300-й серии. Та катушка мне тоже очень нравится. Вообще, вот эти две катушки, они просто бомбические. Единственное, они без счетчика. Вот, если нужно счетчиком, то нужно брать конвектор. Но конвектор лично мне нравится меньше. Все, друзья мои, мы отдыхать. Так, ну чего там у нас? Наловил? 15 килограмм надергали, короче. А? 15 килограмм надергали. Ты? Да. Где? Здесь. Ну, там найди. На бандос.